Я представляю отрасль информационной безопасности в банковской сфере. На данном форуме мне более всего интересна отрасль взаимодействия с нашими регуляторами. Представители СТЭК и ФСБ дали достаточно такой полный скоп всех своих пожеланий, так сказать, от нас на будущий год. Ну, будем готовиться. Мы являемся партнером на форуме, представляем, ну, собственную линейку решений в области информационной безопасности SafeShell. Активно о ней рассказываем на нашем стенде. Идет живое общение с представителями заказчиков потенциальных, нашими коллегами, которые пришли показать свои достижения и свои продукты. Являюсь начальником лаборатории информационного противоборства в бизнесе в Российском экономическом университете имени Плеханова. Мероприятие очень интересно для меня было. Большое впечатление произвела дискуссия между представителями старшего поколения и молодого поколения. Мы занимаемся системной интеграцией и выделяем направление системной интеграции как основное сейчас и запускаем направление сервисное. Два главных мейнстрима, по моему мнению, которые будут во главе угла сейчас, это облака и все, что с этим связано, и это сервисные услуги и сервисы как таковые. Организаторы этого форума четко отслеживают тренды, понимают, куда и как развивается рынок, и какие потребности сейчас испытывают основные заказчики. Занимаюсь вопросами электронной подписи, поэтому мне интересны именно эти вопросы, особенно вопросы облачной электронной подписи, потому что в последнее время эта тема активно обсуждается, но, к сожалению, законодательно она еще не сильно проработана, поэтому очень важно услышать мнение регуляторов по этому поводу и как вообще эта тема будет в будущем развиваться. С ТЭКом удалось пообщаться, выяснить насущные вопросы. В целом я удовлетворен.